Я люблю отдыхать больше в Европе, просто потому что очень приятная атмосфера. Да, мне нравится менталитет людей. Они очень открытые, позитивные, светлые, доброжелательные. Также в Азии, если говорить конкретно да, об этом случае, то, да, безусловно, да, неприятно. Но главное, чтобы нам не ограничили полностью да, там, въезд и выезд, и не было сложностей, поскольку очень часто да, какие-то съемки не в Москве, и хочется путешествовать, и не хочется себя ограничивать вот, в чем-либо. Вот. Я все-таки за свободное передвижение и за то, чтобы люди делали то, что они хотят, получали удовольствие от этого.